Дима! Не мешай мне обсуждать! Олег, успокойтесь, еще все впереди! Пускай, пускай! Завтра будете есть. Браток, ты знаешь, ты на все 100 тянешь. Лежишь бок. Мы все поясек. На 200 вытянул, будем все поясек. Ну-ка сюда. Это на что мы уже не все тянули на 100. По процентеров. Ну, правильно, ну. Сиди. Думаю, обманула на карте. Наша, что? Ирина. Ирина. Ира. Ирина. Я не видел. Я просто не успел присесть с тобой. Я у тебя в руке. Ты не успел, значит. Юля, давай. Ирина, давай. Ну все, давай. Брат, ты выпил? Лёля, давай. Отдал я своего сына. Отдал. Отдал. Тёще. Да. А невесту забрал. Я в этом согласен. Что я её забрал, конечно. Пусть живут на здоровье. Большим приветом. Ну, все вы кричали. Горько, горько я ходил по этому. Но я только заметил хлопушки, хлопушки. Ну мне надо сказать сыну с невесткой, я бачу, как вы целуетесь. Горько! Все поднялись. Горько! 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 Сынок, хватит, чуть-чуть не уже посидел, хватит. Хватит уже. А теперь еще не все, я сказал. Еще не все. Что желаю сразу? Желаю. Тихо, тихо, женщина. Будь мужчина. Тихо там, тихо. Будь мужчиной. Не женщиной. Удавай побачку трохи. Если куда там в сторону, можешь ножонку на тормозе держи. Это я тебе советую.
Потому что если только цугли отпустил, борозна пошла косой. Так что я желаю, лучше держи борозну двойную одинаковую. Занял цель и терпение до конца. Тихо. Все. И за это давайте. Давай. За это давай вы. Мамочка. Что же мамуля? Понимаете. Это сама главная. Поднимай руку. Только поднимайте и уступайте, если вот. Что-то. Тихо. Ты будешь виноват. Ты будешь виноват. Уступайте. И понимайте. Главное, не будь чего же. Один колючий приедет тоже. Не повторяйте наши жизни. Поднимай там свою. Так что приготовьтесь на минуты 2, 3, 5. Это быстро получится. Пожалуйста, внимательно. Уже двоих. Давай, ты у нас один. На подъем. Пожалуйста. Ну, тоже стоять. Витя, может, зайти сюда? Дети! Дети! Сетки! Дорим! Мать Ленина! Батька с маткой Олегова! Соль с хлебом! Что у нас находится дома, то ваше!
что я побешал себя. Книжка твоя. Не надо. Это не твое дело. Тебе не спрашивают, покуда. Стой, как стол. И я желаю вам жить так. И всем желаю. Я от души и от сердца своего дару эту соль и хлеб для вас счастье. Это от матки и от меня. А Олька моя, Доня, вам что-то хочет подарить, наверное. Живите счастливо, дару вам деньги. Поздравляю. Оленька там, смотри, материал. Олька, не хочешь, что ты плачешь? Не плачешь, Олечка. Олечка, она тебе подарок. Алена дает. Спасибо. И с Олегом тоже. Не плачь, девочка моя. Ну и тут еще где-то Олежка есть нам. Олежка. Кто говорит? Димка. Дима. Я тут. Нет, ты подходи. Дима, ты иди сюда. Нет, Дима, ты туда, не туда, не дошел. Дима, что? Дима. Оттуда шутой. Куда не зашел? Лёлик, молодчик, ты сын. А моя книжка на тебе. Я сказал, обещал и сделаю, потому что... Нет. У меня еще один сын есть. Братан, мое армейское спасибо. Олежа, если будешь руку давать пустую, Алена. Вот. С платочком. Годуйтесь, живите в мире, в счастье и так далее. Что это? Да я ж под армейский китель их одену, так все уже, все. Дима, куда ты пошел? Идите оттуда. 100 грамм? Пожалуйста. Я выйду 100 грамм. Это наши с маткой. А, мама? А тебе, не, а тебе я пригубить дам. Пригубить? На губе уже отсядел свое, не надо мне губить. Пап, я уже на губе отсядел, не надо. Дима, скорее, потому что надо. Да, я пригублю трохи. А вечер большой успею. Пропадь. Куда спешить? Не, просто не надо. Так, стаканы сюда только выпивать и ставьте. Вон, вон, Дима, торт возьми. Давай с детям все. Зеленый торт возьми. Так работу тебе дали первый день. Мне же на старе. Бабушка у нас есть, уже мукомятища. Живите, красуйтесь. Дару тебе. Бабушка, готовьте. Так. Спасибо. 50. Да, Петя, нет, тортик. Возьмите, стоит только. Так, у нас есть дядька с теткой молодые. Тоже пришли поздравить их. Пожалуйста. Есть, я тоже поздравляю. Спасибо, дядька. Это было доброго. Всего хорошего вам. Спасибо. Там было все нормально. Пожалуйста. Как не жалуюсь. Так, у наших молодых еще есть четко для Натанка далекого. Близко. Близко, близко. Идет, идет. Пусть. Так, стакан уже осталось. Я свои четкие не достать. Дина. Буду заливать. Вот это не знаю. Вот это не знаю. Вот тут мои гроши. А тут такая уже гляжу, там родственники, близкие, дорогие уже, братики. Спасибо. О, конечно, сами. Сразу. Вот там налажу. Так. Умотай его сразу. И стаканчик ему натаю. Да, что? Да.
Так, сестра твоя родна с мужем тоже хочет поздравить молодых. Сто грамм не надо. Ну, что? Сто грамм не надо. А вы же командуете в зале. Да, нормально, надо командовать. Ну ладно, иди, ты на улице, а что, откуда знаешь, да? Иди потом, иди, иди. Может, и надо. Сколько съела, ну? Так, ложите. А что нет? Почему? Ну так, чтобы вы были счастливы, да? И чтобы ты алкоголик. Собак... Не пил больше. Собака за тобой. Собака за мной. Я понимаю, да? Но все равно за нее. Меня, да, у меня овчарка немец. Ну, ладно. Вот. Так что смотри. Я тебе дам лучше сучку, чем кобеля. Так что если жена не будет, да, там уже. Ты понял, да? Я понял, она шестерых родила. Да. Пожалуйста. Давай. Все. Поздравляю тоже. Спасибо. Это я. Спасибо. О, а там и сзади у нас двоюродная сестра с мужем пришли поздравить. Уже, и два брата двоюродных подошли поздравить тоже, пожалуйста. Так, а теперь сестры двоюродные с мужем там, или как они? Холостячки. Холостячки, да. Ну давай. Матерные родни идет, двоюродные браты еще хочет поздравить. Олеся, Ирина, я вас поздравляю. Такой день бывает только раз в жизни. Так что живите счастливо, любите друг друга, доверяйте друг другу. В наше время люди перестали доверять друг другу, но вы доверяйте друг другу. Иди мне. Нет. Ты все время собирался меня первой пропить, но все, я приехала к тебе первой. Так я тебе буду покрывать двоих. Ну смотри. Ну а сейчас родная тетка поздравить хочет и с братом. А я своим племянникам. Тебе племянник рубашку дарую, а тебе племянник пододеяльник. Так? И дарую тебе племянник косу, как ты у тебя не косил, а у ночи просил. Вот так. А где коса твоя? А можно две косы, как ну, я и днем, и у ночи просил. И еще дарую, так? Еще дарую, не резко. Ну я сильно гомонить багато не вмію, а я села. Так я вам подарую березову рощу, каб жаніх поцілував тещу. Свободу даже. А. Ха-ха-ха.
А в таком случае? Дарую зеленый гай, Алена. Где захотелось, там и давай. А эти гроши, как все жизнь были такие гроши, как сегодня. Без обмана. Идем, сюда. Так ты же помнишь. Так и нагомонил. Завтра положишь. О, теперь соседи, близкие, родные, души. Друзья, вот пошли поздравить, пожалуйста. Олег, слово. Аленка. Желаю вам всего, наша семья, Оля, я, маленькая наша семья, желает вам всего хорошего, любви и счастья, мирного неба, всего. И самое главное, чтобы вы не скучали больше 9 месяцев. Счастья вам! Спасибо, Марат, я потерплю. Мужик домой занеси, это не тяжко. Да, я запьешь. Ты можешь занять сюда? Ледяная нога, да, а это уже тоже родичи какие там. Помада. Тем более. Почему только мужчины? Я стараюсь. Всегда, всегда. Все в разные стороны. Если у вас какая-нибудь извилина и будет, пожалуйста,
найдите между собой какой-то разговор, какой-то совет, какой-то дружеский такой, вот, ну как вам выразиться, чтобы только вы всегда вместе и рядом проходили свою жизнь и жили до самой своей смерти. Спасибо. Ходи. У наших молодых еще есть у молодой деды с бабкой. Тоже пришли поздравить их. Саид, приглашаю. Выведи. Прекратил. Вот и дедок помаленьку. Хай придет, дед. Оля, отойди, отойдите. Куда? Ну, мы дед и баба, знаете, да? Говорить много мы не будем. Вот желаем вам счастья, здоровья и долгих лет жизни. И вы вот будете моим одеялом накрываться и будете нас вспоминать с дедом. Спасибо. Вот такое мое пожелание. Только живите с лучшими. Я свидетель, башни, да, мягкие. Спасибо, дедушка. Спасибо, дедушка. Да. Возьмите, дедушка. Спасибо вам большое. Ну, давай, дед. Можно закрыть, за ваше здоровье. Хоть не пью я, нема здоровья. Ну, немножко. Олежка, за ваше здоровье немножко. Как вы были счастливенькие, вы тоже и дружненькие. И нас не забывали. Спасибо. Не плачьте, выпивайте. Давайте, Володь. Резко. Хоп, и все. Опа-на. О. Дедушка, давай. Так, ну а сейчас приглашается там сестра с мужем поздравить родных. Пожелания, дедок, будет. Ходи, каравай. Что ты дочка, сыну, да все. Олег и Алена, законным браком поздравляем. Здоровья, счастья вам желаем. Прожить вам много славных лет, чтобы ваша жизнь была букет. А для яркости букета нужен сын Максим и дочка Света. Здоровья вам желаем всем. Пускай вас столько будет дочек, сколько на болоте кошек, и столько сынков, сколько в лесе пеньков. Спасибо. Шурик. Ну а сейчас приглашается кумску мою. Пришли поздравить близких и родных. Подходите, пожалуйста. Поздравляем вас. Всего вам хорошего, счастья, здоровья. Спасибо. Thank you.
А чего вам лучше? Налить. Налить? Я выпью. Ну, а сейчас мы, я хочу поздравить молодых с кумою, и жонка с нами, и все такие, а потом уже будут свидетели поздравить. Да, я не знаю, что уже молодых. И тогда уже кум с кумою. Ну, тогда я кум с кумою. Не жалуйся, просто говори. Я понял. Пойдем в сторону. Я буду так, а теперь мы хотим вас со свидетелем поздравить с вашей свадьбой. Желаем вам всего хорошего, чтобы вы хорошо жили. Да, очень хорошо. Ну, сейчас, а я уже свидетельницу поцелую. А я счастливый. Поздравлю своего брательника двоюродного. Как говорится, все подарили, все дали. Но я тебе дарю, чтобы ты в спальню пришел, тебе приятно было, жонка расчетила. Спать легли. Закусывать потом. Такая кума уже дёрнет. А что ж она пошла, не взяла? Торт? Галя, а торт? Галя! Эй, туда он уже. Сюда. А далее он. Так, ну сейчас кума уже поздравит. Радом стоит тоже. Чаем почаще вспоминали нас. Приглашали на чай. За кофе. Спасибо. Я спасибо. Чай, чай уже не будет. Ну а сейчас все приходите, кто там гости, кого не пригласил, кого не успел. Уже на кого и забыл. Это все, да. Разжи. Это... На меня забылись. А? Я хочу что сказать. Тихо! Тихо, тихо. Я, во-первых, за своих, за Лениных родителей. А во-вторых, я скажу всем, кто присутствует на этом, как говорится, празднике. На этом празднике. Недорог привет! Или наоборот? Недорог обед! А дорог привет. Поэтому спасибо всем вам за то, что, как говорится, пришли ко мне и ну, не оставили одного. Да. Товарищи гости, прошу не расходиться. Все поздравили, все хорошее слово сказали. Теперь давайте нальем по рюмочке и замочим все это торжество. В общем, что по отдельности, это в общем. Поэтому прошу там наливайте все каждый, чтобы я не подходил. И замочим это дело. Это все в чудо. Садитесь, садитесь, наливайтесь. Садитесь, я сейчас уйду. Семья.
Ну что ж, Лена, уже сегодняшнего дня ты не девочка, молодица была. И уже надо с себе фату твою снять, и сниму я и я. Давай, моя дочушка. А наденем я, если дядя Ницы, подавай головку, как ты тоже скоренько замуж вышла. О, все. А теперь на два нужно поверить. Подержи, Оля. А за кого? А теперь наша Лена стала молодица и уже, а не девочка. Вот. А и она уже молодица. Ма, куди ти побігла? Вот тобі ще куту. Подержи, я пойду. Стой. Ой, моя ты молодечка. Все хорошо, спасибо. Знаешь что, теперь скажи. У моей любимой выпить. Что? У меня есть. Я была молодой, я останусь. Это же не невеста, это женщина. Ну давай я свою. Олег. Все, можно снимать уже? Кого? Посяди, что хочешь. Посяди, что ли? Я не могу. Посяди хотя бы. Надо. Я в галстуке, в пиджаку целый день. А я про бабочки вообще. А давай-то я пиджак взял. Ты такая красивая в этой пистолете. Ну, она и так не знаю, какой цвет. Вообще красивая. А она вообще цыганка стала. Вот как карты у руки, так... Бабушка у него дам. Да. Спокойствие, барышня.